ребят, с вами снова Диана, и сегодня вы смотрите очередное видео от меня на Новый год. Я так думаю, это уже 9-е видео, если я не ошибаюсь. И до Нового года у нас осталось 5 дней! Я сейчас, как обычно, тоже всех собираюсь, даже всех опаздываю. Марина сейчас с Никитой играет в игровые автоматы, так что я беру вас туда с собой, и мы вместе веселимся. Побежали. А то что-то как-то долго все Диана делает, как обычно. Ушки, Никит. А, ты видел сейчас? Нет, я не одел ее. Короче, депутаты сидят, решают проблемы. А Никита фотался за мой телефон. На память. Кто вообще планирует, где быть на Новый год? 5 дней до Нового года. Ури. Почему мы такие странные? Напиши, типа, сейчас. Транслейшн. Бог, Диана. Чем потом делаем? Да, я иду к девочкам. Джагс. Давай, Никит. Никит, ну что творишь, а? Боже ты мой. Мы ждем, пока Марину найдем нам отель. Для знакомишек. Ну нет, это не Джага-Джага вышли. Хотя потом в следующий раз будет. Не знаю. С кем это? Не знаю, что это ты намекаешь. Чё ты устал? Что, не понимаешь, я играю на камеру. Никит, лучше передавай своему родному. Южно-Сахалинск. Правильно. Что вам рассказать? Жизнь в Корее, она... Пересни его. Вырежи, отформатив. Нет, не показывай это видео. Нет. Сам себе. Сам себе. Никит, хочешь прокомментировать, что с отелем вообще как? Что? Я потом твой канал заспамлю, чтобы тебя закрыли. Слышу! Скажу, там эротика присутствует. Эротика, которая есть на моем канале, это еда просто. Скажу, там ненормативная лексика, сука. Мы кушаем любимую Марину еду. И еще мы заказали манду. Они выглядят вот так, только немного по-другому. На камеру играю. На самом деле, самый вкусный манду, который я когда-либо пробовал. Они прям тают во рту. Мы звери, ну, просто. Либо 5, либо 6 тысяч. Собирались на каток, не сходили. Собирались на чё-чё-чё-чё, тоже не сходили. Ой. И отель даже не нашли. Чё-то грустненько как-то даже. Напишите, ребят, что вы делаете на Новый год. Потому что хочется знать, что хотя бы кто-то что-нибудь придумал. У нас все очень грустно. Ну как грустно? Непонятно. Потому что занимаемся этим только я с Мариной и с Никитой. Все остальных нужно просто спрашивать. И, короче, не знаю. Это очень странно. Пошли домой сейчас с Мариной отдыхать, заряжать телефон и редактировать видео. Сейчас буду вчерашнее, а то не было времени. Да, посмотрим, что будем делать дальше.
Мы опять с Мариной капал. Все как обычно. А, собираемся сейчас дальше идти гулять, потому что что дома делать, да? А, простите, что ничего вам не показала, но опять мы ходили, гуляли, смотрели и решали новогодние дела, зато увидели Никитку. Никитка — звезда моего ютуба просто. Никита, ты смотришь? Спасибо, что развлекаешь моих зрителей. Да, в общем-то, мы сейчас пойдем. И спасибо, что были со мной. Завтра у меня в силу приезжает моя одноклассница с Пусланом. Так что, скорее всего, мы куда-то пойдем. Так что, надеюсь, будет весело. Надо поэтому вас поставить на зарядку. И все будет хорошо.